А если какой-то тейп захочет выйти из Ичкерии, чеченцы и остальные согласятся с этим решением отдельного тейпа. А вот будучи несвободными, какими бы там развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами. Поэтому, когда там в Кремле решат сделать нас бедными, мы станем бедными. А я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Веду. Я общался с многими чеченцами, но когда я услышал тебя, мнение поменялось. Я надеюсь, в лучшую сторону оно у тебя поменялось. Добрый вечер. Часто слышал от тебя подозрение, что Кадыровы не чеченцы. Мой армянский народ тоже часто отрицает национальность предателей. Может, не отрицать проблему, а бороться с причиной? Добрый вечер, Гарри. Ты никогда не слышал от меня, что Кадырова не чеченцы. Ты меня с кем-то путаешь, скорее всего. Такой вопрос, Тумсо. Если была бы власть та, о которой говоришь, но экономика и культура была бы как у всех кавказских дотационных республик, тебя бы это устроило или процветающая Чечня, но с жестким режимом? Послушай, для меня важна свободная Чечня. А вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы. Я не смотрю на это из шкурного интереса. Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными, или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я, не задумываясь, выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. А вот будучи несвободными, какими бы там развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами. Поэтому, когда там в Кремле решат сделать нас бедными, мы станем бедными. А я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Так что я за свободу. Тумсо, вообще забавно, как Россия поработила другие территории, а потом, когда кто-то хочет освободиться, говорит: «Вы что, страну развалить хотите?» Это отсылка к Сокурову и как Путина и Кадырова бомбануло. Ну, Кадырова справедливо бомбануло. Там же все касалось непосредственно его, когда говорил Сокуров, что у нас есть и падишахи. Понятно, что он говорил про Кадырова, поэтому Кадыров, естественно, возмутился. А если какой-то тейп захочет выйти из Ичкерии, чеченцы и остальные согласятся с этим решением отдельного тейпа? Ну, куда деваться? Мы насильно, как говорится, никого не держим. Если такое произойдет, такое решение, никаких проблем. Главное, чтобы на территории не претендовали, а так могут переезжать куда хотят, там, в Испанию, в США, в Канаду. Если их где-то готовы принять, никаких проблем. Как ислам относится к другим монотеистическим религиям? Считают ли мусульмане, как иудеи, что все монотеисты – это братья? Нет, не считают. Под монотеистическими религиями подразумеваются христианство, иудаизм, ну, помимо ислама. И христиане, и иудеи в исламе воспринимаются как люди неверующие. Но они выделяются из общей группы неверующих в отдельную группу людей Писания. И в отношении этих двух религий действуют определенные послабления, что ли, так скажем. Короче, исключение из правил. Как, например, общее число неверующих религии там или отсутствие религии, в общем, людей, для мусульманина запретно кушать все то, что принесено ими в жертву. Вот исключением являются христиане и иудеи. Для нас является халялом то, что они принесли в жертву, если они это не приносили в жертву, кому бы то ни было, там, помимо Аллаха, то есть, если они не принесли в жертву ради Иисуса, какого-нибудь апостола и так далее, если у нас нет такой информации, то то, что они приносят жертву, для нас является халялом. Также мусульманин может жениться на иудейке, на христианке, на представителях других конфессий, допустим, буддистов, допустим, жениться нельзя. Одна атеистке жениться нельзя.
на христианке и иудейке можно. То есть вот это вот люди Писания, они выделены в отдельную группу, но при этом они не являются верующими, не считаются мусульман верующими, и, конечно же, их не называют братьями. Аноним. Тумсо, смотрю по вашей речи, что вы грамотный культурный человек. Скажите, а как вы относитесь к русской культуре? Чеченская культура зависит от русской? Сколько заимствований в чеченской от русской культур? Давайте определим сначала, что такое культура, что вы подразумеваете под этим, под русской культурой, под чеченской культурой. И тогда я, наверное, отвечу на этот вопрос. А так мне не совсем понятно, что мы имеем в виду. Тумсо, я имею в виду общую культуру, литературу, поэзию, художественные искусства, науку, архитектуру и так далее. Вот об этом речь. Сколько в этом заимствований? В речи я вижу очень много заимствований. Спасибо. Так, в литературе, в поэзии, в художественных искусствах есть ли заимствования из русской культуры, литературы, поэзии и художественных искусств? Наверное, эти вопросы надо задавать специалистам в этой отрасли. Я не знаю. Мне сложно отвечать на такие вопросы. Что касается архитектуры, то сейчас, по-моему, век глобализации, вообще не стоит говорить про архитектуру. Понятно, что она везде пересекается. А то, что в речи вы видите очень много заимствований, то это не заимствование, это скорее незнание многими чеченцами родного языка, хорошего знания, я имею в виду. И поэтому часто мы видим, что, разговаривая на чеченском, какие-то слова, значительная причем часть речи бывает составлена из русских слов. Мы видим это даже на совещаниях у Кадырова, вроде как говорят на чеченском, но там столько русских слов. Это просто незнание языка, к сожалению. И это тоже результат отсутствия собственного государства, отсутствия поддержки языка, отсутствия собственного документа оборота на родном языке. Это последствия оккупации, потери вот этого языка, то, что наш язык сегодня в числе вымирающих, это результат российской оккупации на чеченской земле. Поэтому, чтобы сохранить свой язык, чтобы привести его в лучшее положение, конечно, нужно освобождение. А так, есть какие-то, конечно, слова. Они скорее международные, такие как пилот, допустим. Понятно, что здесь не нужно придумывать какое-то свое слово, но это и не русское слово, и это не заимствование из русского. Это скорее такое международное слово. Пилот, компьютер, там, программа и так далее. Я имел в виду, я общался с многими чеченцами, но когда я услышал тебя, мнение поменялось. Я надеюсь, в лучшую сторону оно у тебя поменялось. Административно-территориальные вопросы и этнические – это же разные братья. И не содержат джахилию, по-моему. Конечно, разные, совершенно разные. Но этнические вопросы, они тоже не содержат джахилию. Этнические вопросы, их тоже нужно разбирать, об этом нужно говорить.